Всем привет, ребята, с вами Шар. Обновление по нашим любимым десантникам. С тебя лайк, ну и все такое. Намек понятен. Друзья, новая порция новостей за неделю и свежие сливы. Давайте начнем с приказа. Перед нами стояла задача освободить 10 планет. Нам сообщили, что автоматоны усложнили задачу, нарушив статистику. Однако мы успешно справились с поставленной задачей. Поздравляю. Да ладно. Умеете, могете. Затем нам сообщили новый приказ. Выбрать одну из двух стратегем. Первое. Спасти планету, на которой разрабатывают ракетницу, взрывающуюся в воздухе на планете Пента. Второе. Выбрать планету Чухи и получить противотанковую мину. Я предлагала выбрать мину, так как ракетница оказалась слабой и больше подходила для противников без брони. До патча она взрывалась от любого удара и кустика. После патча стала вроде лучше, а вот мины эффективны против всех тяжелых бронированных врагов, кроме Титана, у которого точки опоры очень тонкие. Однако все выбрали ракетницу, потому что она оказалась более привлекательной. А теперь новый приказ. Речь идет о приказе, о котором я упоминал ранее, когда рассказывал о суперколонии жуков, получивших иммунитет к термициду. Видео об этом уже было показано. Сейчас нам необходимо как можно скорее остановить стремительное размножение насекомых. Вероятно, сначала следует применить личинку и стерилизатор, чтобы сократить их численность. Затем нужно вызвать буры и заложить ядерную боеголовку рядом с королевой ульев. 30 апреля я планирую провести поощрительный стрим, в котором будет объявлен конкурс с призовым фондом 500 рублей на платформе Steam, в которой смогут принять участие зрители, подписанные на канал. Также будет проведен новый конкурс, условия которого остаются прежними, но количество подписчиков к 1 июня должно быть не менее 2200. Желаю удачи всем участникам. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться своими мыслями о том, что нас ждет дальше. 29 апреля разработчики выпустили большой патч, в котором много чего поменяли. Не все изменения стали приятными. Что изменилось в патче 0.1.0.300? Арбалет CB9. Взрыв немного стал меньше, увеличен урон от удара, уменьшено максимальное количество патронов с 12 до 8, увеличено количество магазинов, получаемых при пополнении запасов с 6 до 8, немного улучшена эргономика, увеличена максимальная скорость выстрела. Ну не знаю. В прошлой версии еще не привыкли люди. А тут взрыв меньше. Стрел меньше. Сомнительно. Квазар пушка ЛАЗ-99. Увеличено время перезарядки на 5 секунд. Ха! Поиграли и забыли. Одноразки пока еще не исправили. Эксперт БР-14. Режим стрельбы по умолчанию теперь автоматический. Уменьшена отдача. Увеличено максимальное количество магазинов с 6 до 8. Увеличено количество магазинов, получаемых при пополнении запасов с 6 до 8. Теперь они размещаются среди штурмовых винтовок. Теперь она сможет заиграть новыми красками. Это приятные изменения. Лазерная пушка. Немного увеличен урон. Немного уменьшен урон от крупнокалиберных тел. Не так часто видел людей с этой пушкой. Но в этом есть смысл. Попробую. Плазменный каратель СГ-8П. Уменьшено максимальное количество магазинов с 12 до 8. Увеличено количество магазинов, получаемых при пополнении запасов с 6 до 8. Увеличена скорость полета снарядов, но дальность действия остается прежней. Уменьшен урон при взрыве. Теперь он приведен в категорию энергетического оружия. Не знаю, я не пользуюсь, но возможно кому-то понравится. Налетчик АРК-12. Количество выстрелов в минуту увеличено с 30 до 45. Теперь он переведен в категорию энергетического оружия. Р-36-S-двигатель. Максимальное количество магазина уменьшено с 12 до 6. Урон от взрыва снижается немного быстрее. Лазерный серп ЛАЗ-16. Количество магазинов уменьшено с 6 до 3. Ну и кому он теперь сдался? Коса. Урон увеличен с 300 до 350. Максимальное количество патронов уменьшено с 6 до 4. Скорее всего, хотят, чтобы использовали меньше серп, поэтому усилили косу. Рельсотрон. Увеличена бронепробиваемость как в безопасном, так и в небезопасных режимах. Сила удара немного уменьшена. Вернули частично, как было до фикса. Крупнокалиберный пулемет МГ-101. Включен перекрестный прицел от третьего лица. Ну наконец-то, мы этого дождались. Антиснайпер Р-63CS. Урон увеличен со 128 до 140. Улучшена эргономика. Исправление нужное, возможно теперь он будет играбелен. Р-63 Рвение. Урон увеличен со 112 до 125. П-19 Избавитель. Отдача немного увеличилась. И так было немало, и теперь стало еще больше. Пистолет Миротворец. Урон увеличен с 60 до 75. Спорное решение, но пойдет. Револьвер Сенатор. Урон увеличен со 150 до 175. Добавлен ускоритель загрузки при перезарядке пустого барабана.
значительно ускоряет эту перезагрузку. Возможно, станет имбой, раз быстрая зарядка появилась. Кинжал. Урон увеличен со 150 до 200. Это значительное увеличение, как по мне, для пистолета. Штурмовая винтовка «Освободитель». Урон увеличен с 55 до 60. Премиальный освободитель с 55 до 65. Что касается доминатора. Урон уменьшен с 300 до 275. И так без взрывного урона. Так еще и урон ему режут. Сторожевой пес Ровер. Урон уменьшен на 30%. Прощай, мой малыш. Теперь что касается стратагем. Турель с пулеметом. У него теперь стало больше здоровья, чем у других турелей. А теперь вкусное. В игре появились новые фоны для персонажа. Золотой или желтый. Интересный вид с рыжим акцентом. Что-то похожее на нанотехнологии. Темный воин. Воин света. Месть павшего героя. Технологии будущего. Темный рыцарь. Похоже на клановый. Войны черепа. Змеиный клан. И черепочек. Также в игре появилась капсула сдерживания темной жидкости. За что она отвечает, можно только догадываться. Но в игре есть видос, что есть угроза производства темной жидкости, и это может привести к необратимым последствиям для человечества. Вследствие чего адские десантники стремятся уничтожить суперколонию. В игре также уже есть видео о том, что суперколония уничтожена, и что ведутся исследования 2.0 по уничтожению терминидов, и что назначено новое контрнаступление на автоматонах. Еще в игре есть странный скрин с одним странным отсеком. Ребят, вы понимаете, что это за отсек? Также в игре до сих пор сливаются данные про камеру. Есть новые наработки, и даже кто-то смог ее вызвать. Для чего эта камера? Что мы будем снимать? Что это будет нам давать? Мне неизвестно. А что вы об этом думаете? А теперь есть информация о новом боевом пропуске. Есть его название – Полярный Патриот. Я точно могу сказать, что две из трех пушек и все три брони я уже показывал. Комплект тяжелой брони по центру с пассивкой на экстрауплотнение. Слева броня морского цвета с пассивкой разведчика. Справа комплект тяжелой брони Зимний Воин, также с экстрауплотнением. Но с учетом того, что последний раз броне поменяли пассивки, все это могут поменять. По оружию. Справа у нас АР-61 Мародер. По центру СМГ-72 Молотилка. Слева ПЛА-101 Очиститель. Как они стреляют, я выкладывал видео ранее. А пистолет будет таким, что это будет мини-копия ПЛА-1 Поджигатель, который уже показывал. Из гранат, скорее всего, будет та, что валяется в игре. Но эффекты ее непонятны. Может, она будет замораживать противника, после которого будет повышен урон от огненного оружия или взрывного. Или постепенный урон от эффекта льда. На этом недельные новости все. Подпишись, и будет нам счастье. Играйте в хорошие игры. Играйте в кайф. Всем пока-пока.